Привет, друзья! Вот мы вернулись в Сарит Молл. Наташа в кофточке в симпатичной. Да, приобрела она ее. Были шорты, может, будет видеть. Смотрите, какое все праздничное. Там такая елочка. Вообще елочка, прям красота. Все освещено. Кстати, ювелирные магазины закрыты. Все, люди отработали, заработали и уже ушли на праздники. Автобусик все еще едет к нам. Да, вот такая праздничная атмосфера. Вот еще здесь, смотрите, везде огни. Ну, красиво. И люди все вышли скупиться. Сейчас пятница. Наверное, уж конец рабочей недели точно, хотя у кого как. Вот, сейчас стану на балкончик, покажу вам. Дед Мороз, елочка. Вы же помните, что мы здесь 23 дня в Кении, до Нового года осталось пару дней. И наснимали вам много видео, естественно, будем показывать, все рассказывать. И моллы, и шопинги, и сафари, и океан. Друзья, мы в кафешечке, поскольку уже наши последние дни в Найроби, скоро вылетаем назад в Эмираты, решили уже сесть попить кофейка. Вот такая кафешка называется, сейчас покажу вам как. Как раз такие места выбрали, прямо чтобы сидеть на людей глазеть. Броуд, кафешка Броуд. Заказали круассанчик, пирог. Наташка, смотри за вещами, я сниму сейчас. Покажу, вон там кофеек нам делают. Цены нормальные. Заказала я себе вот такой круассанчик с орехами. 360 стоит. Ну, вообще здесь нормальная цена. Наташа взяла яблочный пирог. 350. Ну, и кофе там сейчас принесут, озвучу цену. Такой хлебушек, боже, я в детстве такой помню хлебушек. Когда в село к тете приезжала, был популярный. Вот такой вот для зыринга. Точка зыринга, да? И что самое классное, можно руки помыть. Вообще кайф. Сейчас покажем. Принесли нам американо. Смотрите, какие прикольные чашки разные. Еще с печенюшкой. Наташа темная, у меня зеленая. Кстати, мой любимый цвет зеленый. Прикольно. Вот. Сумочки в кореформу приготовили. Так как здесь за сумки надо платить, в принципе, как и в большинстве стран. Так что ждем еще наши пирожные, покушаем и идем. Идем дальше с вами. Так, Наташа, попробуешь кофеек свой и печенюшку? Ну, печенюшку я сама-то попробую. Такая, ну, песочненькая. Классная. Она как имбирная. Да? И тянется. Не просто песочная хрустяшка. Овсяное печенье пахнет. Ну, ребята, это вкусно. Thank you. Ого. Такой прям набор красивый на досточке принесли. Итак, по ценам снова 360. Кофе 220. Дашин пирог 350. 350? Нет, 350. Я вроде там озвучила. Сейчас пацанам посмотрим. 350, да. Чеки дают, все окей. Расплатились карточкой украинской. Классно, все работает. Запись идет. Хороший кофе, да, такой? Да, хороший. Непоганый. Не жесткий такой, как раз вот такой вот медиум. Хороший медиум. Всегда боялась есть такие круассаны. Мне очень нравится, но когда ешь, да, вот весь ты в круассане. Тут как бы так удобненько нож принесли. Попробуем сейчас его надрезать. Ой, свежайший. Просто даже не режется. Класс. Видела, как ребенок поехал. А ну-ка. А он пустой, да? Он только с это вверху. Миндаль. Начинка, видела, что-то такое. Что, есть что-то? Сладкое внутри. Может, сироп? Прикольно. Да, Наташа, попробовать? Да, конечно, чего бы нет. Ну, классный круассанчик. Ну, за такую цену нормально, в принципе. Наталья, как оцениваете? Да крем там в середине. Очень классный, крем, слушай. Да? Очень классный. Классно. Так, давайте сейчас покажу Наташин пирог тогда. Наташа пробует пирог.
Не думаю, что сегодня будет большое видео, просто уже как бы сильно последние дни. И даже, наверное, не было такого вот желания снимать, но я понимаю, что хочется уже показать, завершить историю, так сказать, чтобы Малинди не был последним нашим видео. Опс! Кайф! Какое яблоко, оно вкусно. Тесто необычное. Я даже не знаю, как это сказать. Тесто необычное, чашки прикольные, подача тоже вообще, ну... Классный, слушай, тоже хотелось. Да? Ага. Не то, что ты тогда в этом. Это необычный пирог, да? В этом, да. Не помню, мы это показали в шорте или в видео, но действительно, когда я заказала яблочный пирог с мороженым в нашем любимом мороженом кафе Ватаму, и мне принесли кекс. Говорит, да, яблоко внутри. Яблоко есть? Какие вопросы? Ну, я тебе предлагаю попробовать, но потом попробую, да? Хорошо. Все, друзья наши, желайте нам приятного аппетита. Потом покажем вам что-нибудь еще. Давай две поставлю. Ну, друзья мои, на самом деле, зачем мы вернулись в Сарит Молл? Помните видео, когда у меня был день рождения, мы купили мне сережки. Ну вот, мы вернулись, потому что цена просто классная. Дается сертификат, дается сережки, они в серебре. Это танзанит, камень Танзании. И, конечно же, мы вернулись за подарками. Наташа себе и на подарок приобрела тоже вот такие две пары. Ох, не знаю, наведется ли. Сейчас это будет писать. Это камни маленькие, маленькие симпатичные камни. Стоят всего по $35. Вот такой вот подарок классный. Можно сделать себе и своим родным и близким. Покажи сертификат еще. Еще эта ювелирочка дает сертификат. Да. Коробки, сертификат. Все подписано. Не гемологический, но от ювелирки дается, вот написано. Танзанит, сережки, сколько? 0,50. Пол карата. Хендкрафт, то есть сделано вручную. Танзания. Ну вот, в принципе, зачем мы точно бежали вернуться в Сарит. Мне так нравится. Да? А ну покажи еще раз. Сейчас. Это мы так стали, просто негде видео сделать. Мы хотели сесть там, где мы кушали индийскую еду. Наташа говорит, да ну столько людей, просто стрёмно там сесть. Ну классные, классные, маленькие такие сережечки. Красота. Ну подарок просто самое. Переливаются. Очаровательный, классный подарок. Все, сейчас прячем рюкзак и идем уже в Карифор. Поскольку надо собираться, докупаться и послезавтра улетать уже. Ну и вот мы в Карифоре, да, Наташа, чтобы уже полную картину дополнить. Смотри, такие МакКофе прикольные, всего лишь по 20. Возьму в мой департмент вот такие штучки, чаи по 29. Ну, немножко уже мы скупились, сняли вам видео. Вот просто действительно, что стоит везти отсюда, с Кении, разные сорта кофе. Такое, си, такое, вот мы любим. Вот этот кофе Наташа в прошлый раз пила. И очень нравился вот этот, по-моему. Но он стоит, конечно, прилично. Поэтому рекомендуем. Очень вкусный, ничуть не хуже. По 384 шиллинга. Кофе, чай, этот вот МакКофе, который я только что нашла. Класс, по одному пакетику можно как презент. У меня много людей в департаменте, всем привезти много подарков не получится. И вот, смотрите, нескончаемый поток просто кофе. Вот это вот кенийского. И я уверена, все оно вкусное. Так что уже такие финальные закупочки. Наташа со списком. Ну, есть также растворимый кофе. Я скажу, вот этот мы пробовали и тоже себе уже взяли его. Все, покажем видео, что купили. Этот растворимый кофе тоже довольно-таки неплохо.